Знаете, этот мир не управляется законами, написанными на бумаге. Он управляется людьми. Одними в соответствии с законом, другими нет. От каждого человека зависит, каким будет его мир, каким он его сделает. Меня зовут Вито Скалетто. Я родился на Сицилии в 25-м году. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой. Я мало что помню о тех временах. Разве что жизнь была тяжелой. Я все запорол. Так же, как Полли и Сэм. Мы хотели жить лучше, но в конце концов попали гораздо хуже, чем остальные. Знаете, я думаю, что во всем надо знать меру. Да, меру, вот хорошее слово. Тот, кто хочет слишком много, рискует потерять абсолютно все. Правда, тот, кто слишком мало хочет от жизни, может вообще ничего не получить. Некоторое время я ходил королем, пока меня не отрезвила одна мысль. Если обычный парень вроде меня смог убить самого крутого человека в городе, помогла ли ему его сила? Черт, если бы он не был таким крутым, возможно, был бы жив до сих пор. Я подумал, что как бы ты ни был силен, всегда найдется кто-то сильнее и грохнет тебя. Убивал за свою страну, убивал за свою семью, убивал всех, кто переходил мне дорогу. Но это для меня. Мистер Сальери передает вам привет.